Угадайте, где мы? Засранка. Это Париж, детка. Ты скажи мне, где Анатолий? Париж, детка. Да, Виктор Анатольевич ушел гулять. А не, он ушел за Тёмычем искать. Оставил нам свою куртку. А я говорила ему, что и вы потеряетесь. Не, говорит, я сейчас буду. Теперь мы его не можем найти. Прошло уже 40 минут, уже люди эстафету успели отбегать. Дважды, девочки. Мы будем снимать приключения «Найдите Виктора Анатольевича». Или как не потерять его курточку? Даша путешествует. Блин, думала Анатольевича. Мы, кстати, вылетаем с терминала агента 047. Мы вышли на поиски Анатольевича. Мы нифига не нашли. Мы искали по всем его уликам. Любимым магазинам. Но нет, но есть подозрение. Волоса не идет постоянно. Как задний ход? Мы нашли приставку. Зачем? Ты снимай, что я делаю. Посмотри на эти финты. Думаю, дальше они сами разберутся. Она поиграла. Да. Можно попросить. Короче, рейс наш отменили. И перенесли перерегистрацию на завтра. Визу, чтобы это можно, если подтвердится то, что есть наша. А у Дианы нет визы Шенген. Очень смешно. Будет она в аэропорту, а мы поедем в отель. Что, на отдыхе в Дивана? Просто у подруги, наверное, нет чемодана. Да. У нас бомжи, в принципе, тоже так по улицам ходят. Угу. Я так домой возвращаюсь после тренировки. Идем тропой мучеников. 40 лет по пустыне ходили. Вот приехали в аэропорт и то рейс перенесли. Мы простояли в очереди. Сколько? 40 минут. Ну, где-то полчаса. Подошли к подруге, она сказала, что у Дианы нет визы, поэтому мы никто никуда не пойдем. Поэтому мы ночуем в аэропорту, в этом прекрасном парижском, не увидим Эйфелеву башню. Зрада такая полная.